Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. На этой неделе во многих регионах России обозначились холода, циклоны, дожди. Это немного отразилось и на настроении нашей редакции. Мы подобрали более мелодичную, местами более задумчивую музыку. Начинаем с премьеры от Formal и нашего домашнего кибернетического издательства Flipcube. Композиция называется Nobody. Специально для нее я сделал полевые записи в историческом особняке 19 века на Урале. Там все еще присутствует ощущение первых жителей 1886 года. Большое спасибо всем вам, друзья, кто на прошлой неделе обратил внимание на два новых трека Formal. Nobody мы послушали только что, и еще в сингле есть Understairs. Он также присутствует на всех основных онлайн-площадках. А мы продолжаем вместе с уральским музыкантом Алексеем Альфоа и студийным эксклюзивом Slider. Буквально пару дней назад Алексей дозаписал вокальную версию. We'll be right back.
Наталья Шаповалова, российско-белорусский музыкант, известная прежде всего по творческому псевдониму «Амонита», завершила работу над новой композицией для своего издательства «Рубикунда». Трек называется «Гулять под дождем» – «Walking in the rain».
Российское издательство «Полиптих» представляет EKDK ремикс на композицию проекта «Bar Shaked» с испанским названием «Tiempo». По-русски «Tiempo» означает «время». Российского издательства «Амуланга», которым управляют музыканты дуэта «Модд», красивое летнее пополнение, совместная работа уральцев «Трайгер» и «Нааса». Трек называется «Time Turner».
прошлой неделе послушали первую композицию Ильи Мазурова из недавнего релиза в издательстве Enormous Chills. А на этой неделе слушаем вторую. Называется First Time After So Long. Впервые за долгое время. Астори поделился с кибернетической редакцией своей новейшей работой «Despair». Тревожное, невеселое название, поэтому мы надеемся, что у Дениса все хорошо как в личном, так и в музыкальном плане.
все лето идут премьеры у опытного издательства Free Grand Music в единой стилистике, но каждая по-своему чуть отличающаяся. Сейчас это работа проекта Daikon под названием Atlantic. Колмогоров под своим хорошо известным кибернетическим слушателем творческим псевдонимом Vocabular записал новую композицию «Scatman» для издательства «Holy Stone».
интересный и жизнеутверждающий трек от музыканта с псевдонимом, близким названию нашего проекта, Cybernetics. Трек называется Soul Shine. Специалист по эмоциональной, космической, мечтательной электронике Влад Куликов, он же Феали, записал композицию «Machine». We'll be right back.
несколько минут переключимся с прямой бочки на ломаную. Арсений Соматов, замечательный электронный музыкант, диджей и продюсер Digital Department, сделал ремикс на композицию проекта El Gone On and On. Этот сингл появился в каталоге японского диджея Хиро Танака, он же DJ19. В свое время для Formal было большое достижение в конце нулевых сделать ремикс для Хиро и его издательства. Еще раз поблагодарим Арсения Digital Department за впечатляющий ремикс и вместе с Евгением Ившиным отправляемся в Испанию, штаб-квартиру издательства Deep Clicks. Именно там вскоре увидят свет две композиции Евгения и трек City Lights – «Городские огни» слушаем прямо сейчас. We'll be right back.
друзья, завершаем редакционный обзор русской кибернетики, но это были только первые 60 минут. Через несколько мгновений начнем второй час вместе с Алексеем Бреславским, опытнейшим диджеем, чья карьера подбирается уже к 30 годам. За вертушками будет интересно. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.